Ну вот, выкопали мы прямочек. Видно, что вот эта труба, она у нас будет заборная. Это резиновый напорно-всасывающий шланг, то есть вот на буровом насосе. Здесь вход в насос, здесь подача. Как я уже говорил, вот такой у нас шланг. Видите, 345 бар выдерживает. Вот такой шланг уже подает через проходной вертлюг штанги. Вот, как я уже говорил, элеватор для удобства и более быстрого снятия и установки штанг. Сейчас покажем, как работает. Вот такая тавотница в нем есть, шприцевать. Thank you.